За трудовую доблесть в 10-й пятилетке высшие награды Родины. Смольный. Член Политбюро ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов вручил ордена Ленина и золотые медали «Серп и молот» героям социалистического труда Алексееву, бригадиру обжигальщиков завода керамических изделий, главстройматериалов. Антипову, бригадиру электромонтажников Креста Гидроэлектромонтаж. Помощнику мастера предельной фабрики «Веретено» Загораевой. Составителю поездов станции Ленинград-Товарной Витебской Октябрьской железной дороги Касьянову. Короткевичу, заместителю директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Бригадиру сборщиков производственного объединения Светлана Котовой. Бригадиру комплексной бригады строительного треста номер 87 глав Ленинградстроя Лозину. Генеральному директору производственного объединения «Красногвардеец» Меншутину, трактористу совхоза Тихвинской Смелкову, главному конструктору Центрального конструкторского бюро «Балтсудопроект» Сытову, бригадиру пошивщиков обуви производственного объединения «Скороход» Титовой, генеральному директору производственного объединения «Электросила» Фомину, капитану судов загранплавания Балтийского морского пароходства Чистову. Друзья, товарищи по работе тепло поздравили награжденных, пожелали им новых творческих успехов, счастья, благополучия.